стихи на картины великих художников, расположенных в Лувре, Париже. Квентин Массейс меняла с женой. 1514 год. Свеча затухшие счета, на полках книги, мандарин. А за столом сидит чита. Веса качны, мой господин. А Амстердам – портовый город. Купцы, банкиры, деньги есть. Их нужно правильно учесть. А Библия, похоже, тоже в коммерции находит толк. Все верно. Жизнь, она мирская и важней. Истинный итог. И эта пара со смирением вести готова честный торг. Монеты, жемчуга, все тленно. И лучше с верой жизнь прожить, земной баланс не нарушая. И своей честью дорожить. Новые отношения к картинам известных художников. С вами был поэт Ермолаев Валерий Иванович. Спасибо за внимание.